Только что закончились сборы с национальной команды. С одной стороны, это большая честь, с другой стороны, большая ответственность. Так что я доволен, что этот первый свой экзамен так тренер сборной выдержал. Легко не было. Если в первой игре дома с Болгарией все везло и начали и закончили игру с хорошей энергией, то во второй игре надо было чуть-чуть больше с чехами, чуть-чуть больше побороться за победу. Но с другой стороны, увидели, как команда борется и при легких обстоятельствах, и в сложных моментах. Так что для меня, как для молодого тренера, это тоже был очень хороший опыт. Игорь Дужуковскас дебютировал хорошо, даже играл не как новичок сборной, а как ветеран. А литовская пресса его оценила как одного из самых лучших игроков сборной. Главное, что все закончилось, и я сам с хорошей энергией уже вернулся в Пермь, и мы уже в полном составе готовимся к первой игре в АТБ. Сборные вернулись не все здоровые, еще есть большой вопрос про Марселя Паницку. Он получил травму, доктора выясняют, насколько он выпал. Так что есть их и не такие хорошие новости. Если говорить про наших первых соперников, про Зеленогуру, чуть-чуть лицо команды поменялось, поменялся тренер. Тренер сербской школы, играет такой контактный баскетбол на грани фола. Так что, наверное, самое первое будет нам ответить на их контакт. Думаю, что есть достаточно времени, чтобы перезагрузиться и подготовиться. И я надеюсь, что в этой игре мы покажем всем хороший баскетбол. Дорогие болельщики Пармы, мы с вами уже давно не виделись, скучали по вам. Так что ждем вас в наших играх. Надеюсь, что вы придете и поможете нам одержать победу.